Современный автотранспорт – это не только сам автомобиль, груз, который он везет, и дорога, по которой он едет. При этом очень важно, чтобы груз был доставлен по максимально удобному маршруту за минимальное время. Здесь большую помощь оказывают системы мониторинга. В Тверской области их установкой уже 10 лет занимается компания City Point Тверь. За это время фирма завоевала любовь и уважение не только партнеров, но даже и у конкурентов. Когда 10 лет назад Ольга Кудаярова решила открыть свой бизнес по установке систем мониторинга, этот рынок находился, что называется, в зачаточном состоянии. Да, были фирмы, которые уже работали в этой сфере, но, как правило, они ограничивались только установкой приборов, и все. Дальше никакого сервиса. Именно сервис и стал отличительной особенностью компании City Point Тверь. Чтобы было все понятно, доступно, чтобы было подключено максимум функций, чтобы был контроль топлива. И мы не просто впендюривали датчик мониторинга в машину, то есть мы еще объясняли, как датчиком пользоваться и какую выгоду он может принести предприятию. А выгоду предприятию современные системы мониторинга приносят немалую. Ведь благодаря им можно прямо из офиса, как сейчас модно говорить, на удаленке, контролировать весь процесс автоперевозок. Это позволяет сделать бизнес прозрачным и сэкономить деньги на топливе, на ресурсе автомобиля. Мы контролируем, насколько агрессивно ездит водитель и как он относится к технике. Можно составить рейтинг водителя и премировать или депремировать водителя. Напомним, что начиная с текущего года все владельцы автомобилей грузоподъемностью от 3,5 тонн обязаны укомплектовать свои машины тахографами. Это самым положительным образом сказалось на аварийности. После ввода закона о тахографии, а именно 36-го приказа Министерства транспорта, число ДТП по причине сна за рулем сократилось несколько раз. За 10 лет своей работы компания City Point Тверь стала признанным лидером в этой сфере. Это отмечают и клиенты, число которых достигло 3500, и партнеры, и даже конкуренты. Основные слагаемые успеха – это профессиональный подход к делу, забота о заказчике, который должен получить максимум информации о тахографе, а еще коллектив. За все это время он только расширялся, превратившись в итоге в единую компанию City Point Тверь.